Здравствуйте, конечно. Давай, Катя. Всем привет. Привет, ребята. Сегодня мы с Даником будем собирать строительную лего-площадку. Да, сегодня я буду на высоте. Я буду сам собирать этот набор. Ну, а я буду ему немножко помогать. Ребята, в общем, смотрите. Наборы очень интересные. Значит, есть один большой набор. А второй маленький. Да, в большом наборе есть... Можно собрать башенный кран, подъемный башенный кран, бульдозер. Тут есть самосвал, два строителя, как минимум два, а может даже больше. А мне нравится тут отбойный молоток и лопата. Есть много всего, да? Да. В общем, строительная площадка обещает быть не скучной. Да. А в наборе Даника есть экскаватор, тоже самосвал. И я вижу, здесь есть... как минимум один работник, возможно, и больше, да? Да. Ну, давайте откроем и посмотрим, что же там внутри, и будем собирать, да? Да, сначала начнем с моего. С твоего? Да. Хорошо. Давай аккуратненько откроем. Держи, только аккуратно не порежься, хорошо? Да. Ты можешь и без ножниц обойтись, ты знаешь? Лучше с ножницами. Лучше с ножницами. Я сам собираю. Да, Даник пообещал и сделал. Угу, молодец. Да. Теперь можно посадить строителей. Как ты его назовешь? Как его будут звать? Его? Да. Пока не знаю. Папа. Что? У меня хорошо получилось. Отлично получается, просто супер. Вот, продолжим. Ребята, смотрите. В наборе Даника можно собирать технику в различных вариантах. Перед этим Даник собрал свою, такую индивидуальную модель. А да. Сейчас мы собрали вот классический экскаватор гусеничный. Да. У него крутится башня. Поднимается кош. Классический самосвал. Да. Грузовик-самосвал. У него поднимается кузов. Ой. Было дикое недоразумение. Вот. У него есть еще проблесковые маячки здесь. Так, хорошо. Бульдозер собрал. И ты мне в этом помог, конечно. У него здорово подниматься, он может сгребать. Он может расчищать путь, да? Так. Прикрепим. Ну что? Вот у нас получилась такая... интересная конструкция подъемного башенного крана. Грузи на самосвал. Работает исправно, да? Угу. Хорошо. Ну что же, продолжим делать строительную площадку. Ребята, а сейчас мы с Даником соберем большой грузовой такой грузовик-самосвал с прицепом. Все, самосвал у нас готов. Такой с прицепом. По-моему, очень даже интересный. Правда, ребята? Да. Техники становятся на нашей строительной лего-площадке все больше и больше. Ну и, конечно же, играть интереснее, так, правда? Да. Хорошо, но что же мы будем строить, Даник? Давай построим какую-то стену? Давай. Да, для дома. Ну, для части дома. Папа, я слышу шум мотора. Кто же это едет? Пап, мы забыли взять... инструменты. Точно, да, я никак же без инструментов. Выгружай! Эти дорожные конусы вместе с знаком будут предупреждать других водителей, да, что здесь ведутся строительные работы. Хорошо. А я буду пока продолжать строить стену. Так, хватаем. Так, так, так. Все. А я пока. Порядок, давай вторую часть стены. Что, Саша? Опускай кран. Сейчас. Хватаем плечами. Поднимай, Вира. Вот. Майна. Майна. Вот. Все. Закрепили, теперь нужно установить перекрытие.
для этажа. Сейчас! Опускай! Мира! Так, 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 держи, держи, чтобы кран не завалился. Хорошо, закрепляем. Строитель Даник, везите стекла, вернее стеклопакеты, чтобы застеклить окна на третьем этаже. Так, ну что, давай. У нашего вот. Грузовика закончился бензин. Ну тогда заправь его. Вот канистра. Буль-б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 уль. Все. Порядок? Ну что же, ребята, строительство нашего небоскреба завершено. Вот такой вот он получился. Ну, аккуратненький, красивый. Да, Даник? Да. Принимал участие. Вот такой самосвал. Классный самосвал. Также самосвал, но с большим прицепом. Выгружаем. Бульдозер. Экскаватор. Да, экскаватор копал ямы для проведения коммуникаций, да? Да. Чтобы провести, к примеру, трубы, трубопровод или канализацию. Без экскаватора в таких видах работ никак, ребята, никак. Экскаватор просто незаменимая машина. Башенный кран, вот он. Что делал башенный кран, Даник? Он поднимал тяжелые блоки. Да, он поднимал плиты перекрытия, он поднимал стены. В общем, тоже делал много важной, полезной, ответственной работы. Ребята, но никакая работа не может считаться завершенной, если не собран, что, Даник? Инструмент. Правильно, рабочий инструмент, ведь инструмент должен быть в порядке, чтобы его потом в следующий раз можно было найти и знать, где он находится. И, конечно же, после хорошего, насыщенного трудового рабочего дня всем работникам нашей строительной площадки необходимо что сделать? Покушать. Покушать, конечно же, подкрепиться. И у нас есть вот такой обед для них, да? Да. Или, может быть, ужин. Ну что, Даник, угощай рабочих. Вот. Ну что, ребята, приятного аппетита. Хм, спасибо, дружище. Пожалуйста. Ребята, сегодня я Данику делаю сюрприз. Даник, у меня для тебя есть кое-что интересное. Да, но я не могу догадаться. Закрой глазки. Так, не открывай, не открывай, не открывай. Это мне? Да, это тебе. Супер! Классный набор. Да. Это набор строителя. Даня, тут есть маленькие строители. Разные. Да. Экскаватор есть. Экскаватор есть, да. И кран большой. Большой башенный кран. Да. Кран большой. Есть еще такой самосвал. Да, самосвал. И? Бетономешалка. Точно, бетономешалка. Ну что, открываем этот набор? Да. Давай скорее его откроем. Вот мы достали башенный кран. Какой он интересный и красивый. Да. Покажи ребятам, как он работает. Здорово. Когда крутишь эту рукоятку, включается двигатель, да? Да. Еще у него есть вот такой захват. Да. Такой кузов, как у грузовика. Такой ковш, да? Да, такой. Может захватывать большие объемы груза. Да, такие большие, здоровенные камни. Камни, да, валуны такие огромные может захватывать этот кран. Тут еще есть экскаватор мы достали. Да. Гусеничный. Красивый, зелененький. Туда можно садить будет кого-то из этих строителей.
у него есть такие папа, гусеницы. Папа, мы что-то забыли. Что мы забыли, Даник? Достать строителей с рабочими машинами. Да. Точно. Это легко. Это мне легко. Это мне по зубам. Достать строителей. Да. Это мне по зубам. Ребята, мы с Даником достали все рабочие машины и, самое главное, достали главных героев этого набора – строителей. Да. Данюша, покажешь их ребятам? Да. Вот Сусанин. Посмотрим. Покажи сам. Да, такой строитель с усами и в очках. Да. В оранжевой каске. Можно я посмотрю? Да. Спасибо. Двигаются ножки и ручки. Да. Вот какой серьезный рабочий. Да. Так. И вот еще такие. Теперь следующий. Вот этот. В желтой каске. И в зеленых штанах. Да. Этот с фонариком. Этот? А где фонарик? Вот. Это не фонарик, это у него очки. Специальные защитные очки. Можно я его тоже посмотрю? Да. Спасибо. Это такой самый веселый, самый позитивный. Хорошо. И рабочие машины. Экскаватор мы уже показали ребятам. Кстати, всех рабочих можно садить в рабочие машины. Давай посадим кого-то из рабочих в экскаватор. Да. Кого ты посадишь в экскаватор? Вот этого рабочего. Серьезного дядю. Серьезного дядь? Дядя, да, серьезный. Так, теперь мастер, рабочий, строитель внутри. Да. Он сегодня водитель экскаватора, машинист экскаватора. Так, а кого, Даник, мы посадим в самосвал? Кстати, а вот и самосвал приехал. Посмотрите, ребята, какой он интересный. Он что-то привез, Даник, а что он привез? Разные знаки, предупреждающие. Дорожные конусы. Светофор. Ограждение. Предупреждающий знак, что ведутся дорожные работы. Да. Ограждение. Еще какой-то знак. Папа, что... а это что за знак? О, это очень важный знак. Он предупреждает о том, что впереди идет сужение дороги. То есть дорога была широкая, а потом она сужается. Такой поворот впереди будет. Понятно. Еще один очень важный знак. Знак стоп. Знаешь, что он значит, Даник? Стоп. Что движение запрещено дальше. Что дальше ехать нельзя. А этот конец. Стоп. А с обратной стороны означает go. Что теперь ехать можно. Да. Вот. Рукоятку поднимаешь, когда раз. И кузов поднимается. Да. Потом обратно. Кого мы посадим в кабину, Даня? Вот этого. Вот этого веселого строителя. Да. Сади его. Там кабина подниматься должна. Вот. Теперь нажми вверху. Я придержу. Жми. Давай, я помогу тебе. Вот так, смотри. Тут надо вот так. Все. Теперь водитель внутри. Да. Вот здорово будем играть, да? Да. Хорошо. И бетономешалка. Да. В бетономешалку мы посадим вот этого рабочего. Да. В зеленых штанах. Поднимаем кабину. Присаживайтесь, уважаемый рабочий. Да. У вас очень важная машина. Машина-бетономешалка. Бетоносмеситель. Можно все так назвать его.
Как он работает, Даник? Покрути барабан. Там тоже есть специальная рукоятка. А внутри я вижу щебень. Для приготовления чего? Бетон. Правильно, для приготовления бетонной смеси. Такие интересные машинки, да, Даник? Да. И у нас есть валуны, которые мы можем поднимать с помощью башенного крана. Да. Его вот такого захвата. Да. Экскаватором. И экскаватором. Давай сейчас попробуем поднять валун с помощью крана. Как ты думаешь, у тебя получится? Даник? Нет. Почему? Получится, давай. Давай. Так, я помогу тебе. А, правильно, сам, да, разверни. Тебе так будет удобнее. Вот камень. Знак уберу, чтоб не мешал. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Он упал в смерть. Из горы. Из горы упал валун? Да. Ух ты, придумал. Теперь грузи его с помощью крана. Машина мне необходима. Так, захватил. Теперь можно его погрузить, например, на самосвал, да? Спереди самосвал. Грузи его в кузов. Отлично. Бип-бип, я поехал. Подожди, самосвал. Жду. А, это экскаватор хочет поехать вместе с самосвалом. Да. Я забыл тебе погрузить валун. Точно, действительно. Грузи. Так вот. Класс. Теперь самосвал может отправляться на строительную площадку. Теперь ты можешь отправляться. Пока. Понял. Погрузили самосвал, да, Даник? Да. Даник, давай что-нибудь построим? Да. Что, например? У меня есть идея. Какая? Кто говорит, водитель бетономешалки? Да. Открой кабину, дадим ему слово. Так. Мы слушаем вас внимательно, уважаемый водитель бетономешалки. Мы можем построить гараж. Точно! Гараж для этих машин, да? Да, ведь у нас нету гаража. Да, действительно. Машинам, тем более таким важным рабочим машинам, необходим гараж. Да. Немедленно приступаем к работам. Да. Давай перед началом всех строительных работ установим предупреждающие знаки. Да. Это будет правильно. Конусы. Конус. Умничка. Вот так, установим их здесь. Я загорел красный цвет. Зажегся красный цвет, да? Загорелся красный свет. Вот еще. Вот еще. Так. Знаки установлены. Знак стоп, самый главный. Все, проезд запрещен. И здесь поставим, что ведутся дорожные работы, да? Хорошо, начинаем строительство гаража? Да. Даник, машины выстроились в ряд, чтобы мы приблизительно поняли, какого размера должен быть наш гараж, да? Приблизительно вот. По этим линиям мы должны с тобой выстроить стены гаража, а потом мы накроем крышей. Так, давай начнем с задней стены. Приступим. Один объем. Так, Даник приступил к строительству первой стены гаража. Да, объем. Вот этим объем тут. Так, нужно перевязать. Я бы тебе посоветовал этот кубик на время снять, для того, чтобы перевязать эти два блока, будет правильно вот так. Да.
это будет более надежное соединение. Стена должна быть высокой, потому что у нас высокий экскаватор и высокая бетономешалка, чтобы они поместились, да? По высоте. Лучше пусть будет запас высоты, чем ее не хватит. Да, высота подходит, бетономешалка помещается, но нам нужно еще достроить часть стены, да? Да. Так, проверяем размеры задней стены, или помещаются все наши рабочие машины. Даник, а теперь знаешь, что мы должны установить? Что? Колонны, на которых будут вот в этих местах держаться плиты перекрытия, то есть это опорные колонны. Да. Но колонны очень тяжелые. Да. И мы должны их будем поднимать с помощью кого? Крана. С помощью башенного крана. А кто будет управлять башенным краном? Давай решать. Кто из этих рабочих будет управлять краном? Наверное, водитель экскаватора. Машинист экскаватора. Нет, лучше... Лучше водитель самосвала? Да. Окей. Открываем. Давай попросим его, да? Водитель самосвала, у нас к тебе просьба. Да-да, слушаю вас внимательно. Пожалуйста, погрузи с помощью крана колонны. Понял? Сади его внутрь крана. Там есть пульт управления специальный. Вот. Строитель взялся за рукоятки, которые управляют башенным краном, и начинается работа. Включаем кран. Даниил, захватил колонну? Да. Отлично, поднимаем. Кран поворачивается. Вот так. И опускается. Очень хорошо. Теперь я придержу колонну, ты поднимай кран. Выше, выше. Еще выше. Отлично, колонна на месте. Теперь устанавливаем колонну с этой стороны. Включаем кран. Сейчас. Захват колонны. Папа, можно поднимать? Поднимай, да, Даник, можно. Выше, выше. Еще. Теперь поворачиваем кран. Вот так. Теперь опускаем. Опускай. Супер! Колонна на месте. Готов. Отличная работа. Давай опять. Напарник. Хорошо, колонны на месте. О, я чуть не забыл. Это специальная катушка, на которой намотан провод. Да. Провод для каких-то строительных нужд, где требуется электричество. Да. А еще, знаешь, это может быть просто катушка, на которой намотан кабель, который впоследствии должны где-то закопать строители. Да. Провести его. Хорошо. Теперь мы можем устанавливать перекрытие. И в этом нам тоже поможет кран, ведь плиты перекрытия тяжелые. Да. Даник, опускай кран. Вот. Сейчас.
Захват плиты. Есть, поднимай кран. Так. Вот так. Плита перекрытия на месте. Хорошо, теперь следующее. Опускай. Еще ниже. Нет, наоборот, ниже, ниже. Еще, еще. Вот так. Захват плиты. Поднимай. Вот так, устанавливаем. Даник, а теперь нам нужно перевязать вот эти три плиты перекрытия, для того, чтобы они хорошо держались. Опускай кран. Ниже, ниже. Вот. Захват. Поднимай. Поворачивай стрелу крана. Вот. Хорошо. Теперь закрепляем. Супер. Поднимай кран. Все. Папа, давай еще установим крючок. Крючок? Да. Давай. А зачем нам нужен крючок, Даник? Чтобы поднимать тяжелые пленки. Точно. Если что там, например, нужно будет поднять тяжелое на машину, да? О, классное место ты выбрал. Например, если выезжает сразу отсюда самосвал, то можно какой-то блок тяжелый, да? Да. Его вот так. Вот так. И раз. На самосвал, да? Теперь сматывай веревочку. Очень функционально. Да. Молодец, Даник. Установим гаечный ключ. Гаечный ключ? Да. Хорошо, он тоже пригодится. На всякий случай. Правильно, если какая-то гайка раскрутится. Да. А еще знаешь, что очень бы не помешало в гараже? Что? Что нужно, если закончилось топливо? Заправка! Точно, заправка. Ставим вот сюда. Это такая у тебя заправка будет? Да. Ты уже сделал заготовку? Да. Классно. Хорошо, а у меня есть вот такой блок с октан. Вот, где бы ты нам его поставить? Вот сюда. Здесь? Да. А где же шланг? Вот. Шланг! Как же без шланга заправлять машину? Умница! Ты все предусмотрел? Да! Давай пять! Давай еще установим топливо. Канистру? Тоже не помешает. Если, например, у машины кончился бензин где-то далеко от гаража, то можно на заправке налить немного топлива в канистру, да? Пойти там, да, там заправить машину, и она сможет доехать до заправки. Да. Это и очень необходимая вещь. Заправную машину. Заправочную машину? Да. Это в следующий раз. Хорошо? Да. Потому что уже время прощаться с ребятами. Вот мы поиграли в такие классные рабочие машины, показали таких классных рабочих. Спасибо, водитель экскаватора, нам было очень интересно с тобой играть. Он какой серьезный. Да. Пока-пока, ребята, мне тоже было с вами интересно. Так, а еще водитель бетономешалки, мы тоже с ним должны попрощаться. Вот водитель бетономешалки. Пока-пока, водитель бетономешалки. Пока. И Даника тоже, строитель, прощается. Пока-пока, ребята. Давай их поставим вот здесь. Всех вместе, как одну команду, да? Они такие красивые. Классные такие. И Даник. Да. Ребята, смотрите, какую интересную автомобильную дорогу мы с Даником построили. Здесь есть мост,
А вот, Даник, я вижу, образовалась автомобильная пробка. Да, потому что дорога... тут была старая дорога, ее снесли. И надо сделать новую дорогу. Даник, я вижу, что здесь много рабочей техники подтянулось. Да, таких как каток, без которого не сделать дорогу или асфальт. Да, он помогает утрамбовывать асфальт. Да, а привезет щебень или песок для бетономешалки грузовик. Самосвал. Да. Именно в этом деле он незаменим, если нужно что-то, чего-то много привезти. Да. Потому что у него большой кузов. Так, еще здесь есть бульдозер. Да, он может загребать все и таким образом может тоже сделать такую ровную дорогу, а за ним идет каток и так вот. Бульдозер подготавливает площадь, да? Он да. Разравнивает а землю. Потом вот так. Угу. Слушай, тут еще башенный кран есть. Да. Наверное, из всех этих машин он самый сильный, да? Угу. Больше всего может поднять. О, привет, крановщик! Привет, ребята! У тебя очень интересная и ответственная работа. Ну что же, Даник, тогда почему вся эта техника стоит без дела? Чего же они ждут? Новых машинок. Ого, какой красивый автокран Липкер. Да, смотрите, какая у него функция. Слушай, Даник, он прям как настоящий. Да. Очень красивый. И еще есть вот такой вот, Экскаватор? Экскаватор, да. Ну, конечно же, в дорожных работах экскаватор просто незаменим. Да, и вот такой вот автовоз еще. Ого, какой он шикарный, слушай. Да. Это автовоз, но это не просто автовоз. Он везет, наверное, одну из самых важных машин в этих дорожных работах. Это дорожный погрузчик. Смотрите, ребята, какой он красивый. Да. Как настоящий. Давай побыстрее их откроем. Конечно же, давай начнем с автокрана. Да, он мне больше всех нравится. Ребята, смотрите, какой интересный кран. Так, давай рассмотрим его внимательнее. Ух ты! Он хоть и маленький, но выглядит прям как настоящий. Да. У него выдвигаются лапы? Да. Показывай. С другой стороны тоже? Да. Отлично. Кстати, кран... марка автомобиля Scania. Да. А башня у него поворачивается? Сейчас проверим. Давай. Пусть лапы будут, пусть будут. Они обеспечивают ему более, большую устойчивость. Ребята, смотрите, как башня крутится. Да, у него очень интересно поворачивается башня. Да, кран действительно очень интересный. Да. А что касательно экскаватора, давай его рассмотрим, Даник. Давай. Ребята, еще экскаватора поворачивается башня. Да, это очень важная функция. С ее помощью он намного эффективнее может трудиться, правда? Да, и вот так вот поворачивается самая главная часть экскаватора. Одна из самых главных, да. Да. Частей это его ковш, может вот так двигаться. Да. Какой у него красивый... Классный ковш. Да, красивый ковш. Хорошо. А что касательно дорожного погрузчика? Опускаем задний борт автовоза. И погрузчик съехал. У него вот так вот. Вот так вот. Может подниматься ковш. Да. Его большой такой ковш. И вот так вот. И вот так вот поворачивается. Угу. Кузов может поворачиваться. И да? Еще вот так вот может. Ух ты! Ну это уже автовоз может поворачиваться, да? Да. Начинаем ремонт дороги. Поехали! О, бульдозер включился в работу. Разравнивает поверхность.
подготавливает участок. Кто там дальше? Бетонная мешалка, чтобы налить бетон. Делает фундамент. А вот экскаватор что-то толкает. Что это? Это часть дороги. Фу, ну наконец-то, а то уже все машины заждались. Бип-бип-бип-бип-бип-бип. Бип-бип-бип. Они постоянно сигналят, да, нервно. Да. Вот что-то разгружает автокран. Он не разгружает, а сейчас будет поднимать дорогу. А, ясно. Кусок бетонной дороги. Да. То есть не бетонный, а специальный такой. Специально блок бетонобетонной дороги. А знаешь, Даник, есть на самом деле есть бетонные дороги. Ох, какой силач. Дорожный погрузчик тут делает быструю подготовку основания. Он хочет привезти песок. О, набрал бетон в свой ковш, да? Да. А сейчас я вылью. Ну что же, строитель Даник, можем пропускать машины? Да. Все, всем можно ехать! Вперед! Подожди меня, друг! Все. Все разъехались по домам, да, Даник? Да, а теперь мы заберем вот этот вот знак. Ну что же, ребята, мы с Даником надеемся, что вам было с нами интересно и понравилось ремонтировать дорогу вместе с такими интересными рабочими машинками. Да, и они мне очень нравятся. Привет, строитель Даник. О, привет, ребята. Чем занимаешься? Вот строю паркинг. Здорово. Тут нужно построить вот такие вот пути. Спуски для машин. Да, спуски. Или подъемы. Строитель Даник, а что нам нужно, чтобы сделать эти подъемы? Бетонные блоки. Точно, как же я сразу не догадался. Нам нужно изготовить бетонные блоки. А кто нам будет в этом помогать? Экскаватор. О, у тебя есть рабочие машины? Да, самосвал, они два напарника. Класс! Автокран. И потом мы откроем в самом последнем моменте мусоровоз. Который поможет убрать весь мусор? Да. После работы. Слушай, одна рабочая строительная машина краше другой. Да. Очень красивая. Давай их откроем? Давай. Итак, строитель Даник, все машины открыты и готовы отправиться тебе на подмогу. Да. Поехали. Экскаватор вперед. Самосвал. Следуй за экскаватором. Автокран, не отставай. И, конечно же, мусоровоз. Он подождет на сторонке. Все эти машинки с инерционным механизмом, они могут ездить сами, да? Да. Достаточно их слегка подтолкнуть. Мусоровоз пока отправился на свалку выбросить мусор, да? Потому что ему предстоит серьезная работа. Ладно, начинаем загружать. Сейчас, подожди, я подъеду самосвалом поближе. Нагружай. Работа пошла. Ребята, вот почему они напарники, друзья, потому что они
очень часто работают вместе. Правильно, Даня? Да. Друг без друга они не могут. Как говорится, сделал дело, гуляй смело. Да, но мы еще его не сделали. Нам еще предстоит хорошенько потрудиться, чтобы изготовить бетонные блоки. Кузов полный, можем отправляться на бетонный завод. Да, отвезем этот песок и щебень на бетонный завод. Да. Аккуратно, аккуратно. Выгружаем. Высыпаем весь песок. А вот эти машины на бетонном заводе сейчас возьмутся за дело. Да, возьмутся за дело и будут работать. Будем начинать погрузку в бетонные машины. Это что такое, Даник? Это специальная механическая лапа. Ого, сколько лапа! Сколько его лапа может за один раз захватить песка? Да, целую кучу. Точно. Так, а здесь у нас тоже такой подъемничек есть. Вот именно тут будет изготавливаться бетонные блоки. Понятно. Включаем специальный механик. Ух ты, как интересно, правда, ребята? Какой интересный подъемник. Пока Даник грузит подъемник, я посмотрю, как там дела у экскаватора и самосвала. О, эти ребята уже справились. Да. Самосвалу время отправляться. Давай, попробуй. Рациональное решение. Чтобы сэкономить время и силы, правда? Да. Би-би! Слушай, тут автокран приехал, что-то хочет. Как ты думаешь, что ему нужно? Сейчас у него спрошу. Автокран, что ты хочешь? Би-би! Даник, я хочу грузить бетонные блоки. Где они? Еще не изготовлены. Ему нужно немного подождать, да? Да, тебе надо чуть-чуть подождать. Хорошо, давай попробуем изготовить первый бетонный блок, а то давай. Уже автокран дождался. Включаю специальный механизм. Включай. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Так, пип. Так, пошел процесс. О! Ух ты, какой классный бетонный блок, да. Даник! Отлично! Очень хороший. Да. И крепкий. Можешь говорить крану, чтобы он ехал. Эй, кран, я сюда. Тут есть для тебя нора, работенка. Понял, приступаю. Поехали! Сделаем второй бетонный блок. Да, Даник, самое время. О, я вижу. Вызывай автокран. Эй, автокран, тебе еще одна работенка есть. Понял. Поехали! Даник, перехватывай его там. Ребята, давайте построим первый
подъем. Давай, строитель Даник, самое время. Вначале установим колонну, да? Да. Из бетонных блоков. Это так своего рода опора для подъема. Да. И можно класть подъем. Ну что же, давай его протестируем? Да. Кто у нас приедет по подъему? Самосвал? Нет, мусоровоз. Мусоровоз! Бип! Да, слушаю. Заберешь мусор на втором этаже паркинга? Да, еще без проблем. У меня есть мусор. Пусть проедет по нашему подъемнику, по нашему подъему мусоровоз. Вверх, вниз, давай еще раз вверх, на всякий случай, да? Контрольная проверка. Заезжай, заезжай. Мусоровоз, заезжай на второй этаж, смелее. Мы с Даником сделали все надежно. Что же, мусоровоз готов забрать мусор. Да. Это он, Даник? Вот, да? У нас здесь остатки уже ненужного бетона. Да. Закрывай бак. И спускаемся. Задний ход. Итак, мусоровоз тоже внес свой вклад в нашу работу. Посмотрите, да. Это рабочая машина, фронтальный погрузчик. Он едет копать песок. И ему в этом будет помогать экскаватор. У него есть специальный ковш, которым он может набирать много песка. А еще у экскаватора есть башня, которая может вот так поворачиваться, для того, чтобы он мог копать с разных сторон. Ребята, посмотрите, вот экскаватор уже приехал к погрузчику. Но у этих машин есть еще друзья. Это самосвал. Он тоже спешит к рабочим машинам на подмогу. Скорее, самосвал, тебя уже ждут. Ребята, в кузов этого самосвала экскаватор и фронтальный погрузчик будут грузить песок. Видите, ребята, как спешит самосвал? Потому что он знает, что на встречу с друзьями важно приходить вовремя. А это еще одна очень интересная рабочая машина. Она называется бульдозер. Спереди у него большой отвал, с помощью которого он разравнивает песок. А еще у него тоже есть гусеницы, как у экскаватора. Вот вся команда в сборе. Но кто же этими рабочими машинами будет играть? Мы позовем Даника. Даник, скорее сюда! Привет, Дань! Привет! Ты поможешь рабочим машинам поработать? Да! Отлично, тогда приступим. Вначале Даник поможет экскаватору набирать песок в его ковш и грузить в кузов самосвала. Знаете, ребята, если где-то нужно вырыть большую яму, то с этой задачей лучше всех справится экскаватор. А его гусеницы на колесах помогают ему проехать там, где другим машинам это не под силу. Например, если где-то поломалась водопроводная труба, то чтобы ее вырыть в земле, приезжает трактор или экскаватор с ковшом. А теперь посмотрим, как Даник справится с фронтальным погрузчиком. В первую очередь Даник освободит место в кузове самосвала, чтобы фронтальному погрузчику было куда нагружать песок. Погрузчик, приступай к работе, а мы с ребятами посмотрим, какой ты умелый. Какие молодцы Даник и фронтальный погрузчик. Они нагрузили целый самосвал песка. А теперь Даник с самосвалом отправляются на выгрузку песка. Ребята,
А вы любите играть рабочими машинами? Правда, это здорово, весело и интересно. А играть с ними на свежем воздухе еще и очень полезно. Привет, ребята! Сейчас мы поиграем с этими рабочими машинами. Давай построим крепость. Давай! Такую четырехстороннюю крепость. Да. С башнями, да? И большую. Большую, да? Да, чтоб никто сюда не пришел. А рабочие машины нам в этом деле помогут. Да. Хорошо. Я буду ездить на тракторе. На тракторе? На погрузчике, да, это? Я буду работать на погрузчике. Хорошо. А я тогда буду работать на самосвале и также буду управлять бетономешалкой. Да. Посадим человечка. Я вот. Сейчас тебе наберу. Ну что, давай подготовим материал для работы. Да. Так. Подготовим материал для работы, да, Даник? Да. Вот. Я думаю, пока достаточно. Ну что, давай теперь перекопаем? Да. Давай, давай, Даник. Активнее. Работа не ждет. Хорошо. Смотри, у меня есть вот такая форма интересная. Давай ее заполним песком. Давай. Да, ты помогай погрузчикам мне. У нас, Даник, с тобой строительная компания «Отец и сын». Да. Даник and Papa. Да? And Papa. Точно. Так. Даник. Сила. А ты утрамбовывай. Я пока поехал с этой стороны на лёд. Утрамбовывай. Лопаткой утрамбовывай. Набираем. О, как он заехал. Вот. Утрамбовывай. Даник, теперь давай подготовим площадку для строительства крепости, да? Давай. Разровняем здесь. Я пока за водой схожу. Хорошо, только смотри, ножки не промочи. Ага. Давай, давай, только быстрее. Видите, ребята, как важно работать в команде. Пока один занимается разравниванием площадки, другой набирает воду. Итак, Даник, начинаем строительство первой стороны крепости, да? Давай. Так, внимание. Опа! Тут надо. Возьми так. Лопатку. Давай. Давай, с одной стороны постучу. А ты с другой, хорошо? Где твоя лопата? Вот. Давай. Да, тебе сразу. Так. Ну что, пробуем? Да. Поднимаем. Не знаю, ли у нас получилось, но будем надеяться. Ух ты! Здорово! Давай делаем продолжение. Да, делаем следующую сторону. Давай вот здесь, да, вот сделаем? Вот тут, да. Где? Он справа. Он поднимает ковш. Я понял. Опа! Опа! Есть, да? И у нас уже с тобой готово две стороны крепости. Да, теперь тут. Набираем. Ты включил синюю кнопку? Конечно, включил. Ты же мне сказал. Я не забыл. То есть красную? Красную в первую очередь включил. Танюш, мы же команда, мы же слушаем друг друга, правда? Да. Вот. Ну что? Я просто скажу. Давай, выгрузи сначала самосвал, потом скажешь. Да. О, как он, смотри, классно яму проехал. Да. Выгружай его в свою башню. Сейчас я его... Давай, высыпай. Итак, ребята, под ключ сдается третья сторона башни. Даник, ты готов? Да. Если что, подстрахуй. Так. Нужно 5 Опа. Башен. Вот так. Нужно 5 башен. Угу. Опа. Супер, да? Еще нужно тут. У нас осталось еще тут, вот здесь, тут, да? Тут, тут,
У нас получится вот такая, как я говорил, четырехсторонняя башня. Смотри, одна сторона, вторая, третья, да? И где будет четвертая? Вот. Вот здесь. И всего сколько? Четыре. Будет четыре стороны, правильно. Хорошо. Я думаю, сейчас мы приготовим лопатки, чтобы постучать. Так. Ну что, Данюш, готов? Так, внимание, внимание, внимание. Опа! Получилось самое красивое, да? Здорово. Даник, а теперь я предлагаю на каждую из этих башен установить по одной цифре. Итого 1, 2, 3 и 4. 4. Всего 4 башни. Да. Ребята, вот такая башня получилась у нас. Тебе она понравилась? Да. Привет, мне ребята, тоже понравилось. Смотрите, Даник во что-то играет. Привет, Даник. О, привет, ребята. Во что играешь? Строителей, здорово. Ну да, как я сразу не догадался, у тебя же есть строительная каска. Да. А какие у тебя интересные строительные рабочие машины. Да, я приехал сюда на кране. На этом желтом? Да. Даник, если я не ошибаюсь, это машины Play-Doh. Да. То есть с ними можно играть с пластилином, да? Конечно же. Супер. Расскажешь про каждую из этих машин и покажешь ребятам? С удовольствием. С какой начнем? С бетономешалки, да? Да. У нее открывается барабан. Да. Тут есть формочки. Колеса крутятся. Есть вот такая. Такой специальный рукав, да, по которому вытекает раствор. А из чего же мы будем делать раствор, Даник? Из Play-Doh? Конечно. Ну что, начнем. Строитель Даник в деле. О! Бетонная смесь готова. Хорошо. Я вижу, что здесь еще можно разные всякие штуки интересные делать. Например, рабочий инструмент, тут лопату, молоток, лестницу. А можно делать дорожные конусы, да? Да. Тут еще много можно всего интересного делать, ребята. И топор. Тут столько всего можно только с одной бетономешалкой лепить, что можно играть, играть и не переиграть. Да, Данюша? Да. Папа, давай теперь покажем кран. Давай, приступаем к демонстрации строительного автокрана. Вот такие есть. Так, Даник сразу же вытащил какую-то формочку у него из кабины. И что там можно делать? Убираем лишнее. И так, доставайся. Аккуратненько. Ура! Видишь, какой блок классный вышел. Дай посмотрю. Смотрите, ребята. Супер. К примеру, из таких блоков, если их сделать несколько десятков, можно построить что-то интересное, правда? Да. И получится просто здоровская игра. Открываем, смотрим, убираем лишнее, да? Убираем, убираем, убираем. И в итоге... Так, и будем доставать, да? И что еще там? Еще маленький блок, да? Подожди, не мило. А, давай уже строить дом. А, дом давай построим, наверное, в какой-то другой раз. Потому что нам еще нужно показать лесовоз. Да. А мы не успеем. Так, смотри. В общем, ребята поняли, что здесь можно вот такие блоки, их можно делать, делать и делать. Главное, чтобы Play-Doh хватило, да? Да. И тогда можно построить хоть целый дом. Да. Даже многоэтажку можно построить. Вот так. Да. Главное хорошенько запастись Play-Doh. Купить его не одну банку. А я понял, это такие специальные стоечки с фонарями. Тоже для машин, да, наверное? Да. Все, готово. Открывай. Держи. Открывай. И у нас получился вот такой здоровенный камень, да? Так.
У нас осталась последняя рабочая машина. Что же это за машина такая, Даник? Лесовоз! Лесовоз Плейдо. У него есть вот такая циркулярная пила. Да, покажи, ребят. Угу, вот, с рукояткой. То есть можно тут делать такие специальные бревна из Плейдо лепить. Сейчас мы это сделаем, да, Даник? И еще есть каска и топор. Давай, давай вылепим бревно. Ты мне поможешь? Давай. Так. Теперь, чтобы обрезать, знаешь, что нужно делать? Смотри, вот так уберешь так планочку, так шук, и готово, да? Давай еще, делай одно бревно. И теперь режь планочкой. Сможешь? Да. Давай, давай. Помогает, вот так. Ну, достаточно, два бревна достаточно. Теперь давай. Я сейчас разверну лесовоз. Подожди, подожди, не спеши. А ты будешь пилить, да? Получается? Ничего. Главное, это практика. Да. Молодец, строитель Даник. У тебя хорошо получается. У меня есть для тебя сюрприз. Хочешь узнать, какой? Конечно. Ну тогда закрой глаза. Только не открывай, ладно? Так. Не открывай. Не открывай. Держи. Ясно. Это мои машины? Уже да. Это рабочие машины на радиоуправление. Представляешь? Ну да. Они очень классные. Да. Ну ладно. Давай поскорее его распакуем. Да. А ты мне поможешь? Ну, конечно, сынок. Ты же мой папа. Ну, конечно, мой зайчик. Я помогу, подержу. Тяни. Еще. Вот так. Молодец, умничка. Так, а покажи его, что там внутри. Давай посмотрим. Здорово. Вот мы распаковали наши рабочие машины. Давай покажем ребятам, что они умеют делать. Да. Даник, давай вначале посмотрим, что умеет делать грейдер. Ух ты, у него поднимается ковш. И даже опускается. Данюш, ты это делаешь что? С помощью радиоуправления? Да. Здорово. Вот это интересно. А, у него поворачиваются задние колеса. А передние что-то не поворачивают. А передними не нужно поворачиваться. Он может во время езды поворачиваться только за счет задних колес. Вот смотри, вот поверни заднее колесо и одновременно нажми газ. И теперь газ нажимай. Вот, видишь, он повернул немножко. Так, а что он еще умеет делать? Покажи, как он, например, едет вперед и назад. Ух ты, а теперь назад. Здорово! Когда он едет назад, он издает предупреждающий сигнал, да? Что осторожно, я еду назад. Хорошо. Данюш, а давай посмотрим, как у него включаются проблесковые маячки. У него там тоже есть специальная кнопочка. Ага, это ты нажал кнопочку запуска двигателя. Вот. А это кнопочка, которую ты только что нажал, активирует проблесковые маячки, да? Они загорелись. У рабочих машин, оказывается, тоже есть проблесковые маячки, не только у полицейских машин и у скорой помощи, и у пожарных, правда? Хорошо. И есть еще одна кнопка сигнал. Попробую ее найти. Вот она. Еще можно включать сигнал, да? Бип-бип! Поберегись, едет грейдер. Да? Здорово, хорошо. Грейдер, вперед. Поехали.
Данюш, а еще в этом наборе с рабочими машинами есть специальные предупреждающие знаки, которые ставят, когда ведутся дорожные работы, чтобы водители были внимательнее. Покажи их, ребята. Что же это за знаки? О, это знак «Опасность», «Danger». Покажи его поближе. Вот он какой. Еще какие знаки? Вот, знак «Проезд запрещен». Знак «Кирпич». На нем нарисован кирпич, да? Хорошо. Вот знак «Стоп». Папа, что это за машина? О, Даник, а это не простая машина, а специальная. Ее сделали для того, чтобы перевозить другие машины. В данном случае этот бульдозер. Так, а давай теперь попробуем включить проблесковые маячки. Посмотрим, как они работают. Вот как они работают. Здорово. Предупреждает, что с ним нужно быть осторожнее, потому что он габаритная машина. Да, Даник? Да. Хорошо. А умеет ли он сигналить? Да. Попробуем. Ого, какой у него сигнал. Такой трудно не услышать. Папа, давай посмотрим, как он есть. Отличная идея, Данюш. Самое время. Включай. Полный вперед. Так, а назад? Классно, он такой шустрый. Кстати, он ездит намного быстрее, чем бульдозер, правда? Ну, наверное, так надо, потому что он едет на более длинные расстояния. Хорошо, а можно посмотреть, как он умеет поворачивать? Угу. У него задействуются передние колеса. С помощью их он поворачивает. Нажми поворот, а потом полный газ. Поворот, и теперь газ сразу же. Давай, он должен на меня повернуть. Вот. Чуть не врезался. Да, действительно. А теперь заднюю передачу включай. Еще. Класс, Даник. У тебя хорошо получается. Умничка. Но это еще не все. Есть специальная выдвижная платформа, с помощью которой на него и заезжают другие машины. Покажешь ее, Даниш? Так. Выдвигай. Вот она какая. Такой специальный трап, да? По нему может заезжать бульдозер. Давай попробуем это сделать. Заехали, да, Даня? Да. Теперь заехали. Нет, а давай теперь попробуем, как он съезжает. Хорошо? Да. Давай я. Держи. Ух ты, здорово, молодец. Данюша, ну как, тебе понравились эти рабочие машины? Конечно. Ты доволен, зайчик? Да. Это самое главное. Ну что же, теперь самое время попрощаться с ребятами. Yeah.